Вечерний променад на Меретинскую набережную, типа проход к морю. Везде вот так обозначено. Ей 20, наверное. Типа записи нет. Проходики к морю. Опять медийная. У нас время почти 5 часов вечера. Знаешь, Вика по телефону с ней, постоянно на связи. Ну, вот ценники можете остановить, посмотреть. С пылу, с жару, тут доставка и все. Шашлык 6, свинина 140, ребра 150. Это улица Нижняя Меретинская. Народу, наверное, и вечером полно сейчас. Ну, вот везде по улицам, видите, есть проходы. Туалетики обозначены. И вот она, и Меретинская набережная. И двинемся сейчас в сторону Абхазии. Посмотрим, что там. Много я уже по этой набережной ходил, показывал, но в сторону Абхазии. Дальше туда не ходил, поэтому посмотрим, что там будет. Движуха по-прежнему дикая. Трафик необыкновенный. Знаете, народу. На пляже. Лежат, так и будут лежать, наверное, пока не стемнеет. Пока не примерзнет. Вот такой закат красивый. Да выпьешь что? А? Стемнеет, выпьешь. И в код дня. Ну и вот. Гуляет, гуляет народ. Ну и пляж. Кто? Чайки черноморские, видите, как кружат, летают. Песенки поют. Там набережной нет. Под пальмочкой, видишь, сидят, кайфуют. Время пришло, повзрослел мальчуган. Местные таланты. Шумный перрон, девчонка прижалась к его губам. Максим. Вы не волнуетесь, милые. Время пройдет, я вернусь домой. Я только хочу по-новому. Как на дурачи. Лето земляю. Ширяю с головой. Взгляд смелые руки сильные. Ну, смотрите, здесь какая движуха. Пляжный волейбол, да. Дети он тоже в пляжный играет. Просто кафешки все полные. Ну, не то, что полные, но больше половины сидят народу. По
полноценная курортная жизнь, в отличие от Анапы. Ну, пожалуйста, кафешечки все. Рыбный ресторан клёво. Я про что и говорю, что... Пусти меня в чулай, ты ещё что там делаешь? Вот они мягкие подушки, пердушки берут. И там дорогу смотрите. Ну и вот время 17:35, и темнеет на глазах. Зажглись огни. И вот так уже выглядит в ночи Имеретинская набережная. Пальмочки подсвечиваются. Редисон коллекшн. Анапе Бога нету, не видишь. Ты на пальмах стрел, понимаешь? Думаешь, не увидишь? Да здесь тоже не сказать, что они прям везде. Вот они Радиссон насадили, а так... Прям... Не... Ну, фазита прям здоровучий. Ну да, там такие высокие прям. Значит, вот так с набережной эвакуировать. Какие номера там? Краснодарские? Краснодарские номера? Нет, я на театре. Башкирский. Вот так, все. Не успел прибежать. Быстренько. Возле Редисон Коллекшн прям. Все, хоп-хоп, поехали. Сейчас придет. Вот мне всегда бесит. Приходит человек, нет машины. Что думать? Думать нечего, звонить надо. Вот так, паркуйтесь, где положено, а то... Будете также, представляете, вечер сейчас, сегодня уже нигде он эту машину не получит. Сейчас она заночует на штрафстоянке, представляете, завтра только во сколько там получит ее. И сколько набежит сумма, еще штраф за стоянку, короче, из эвакуатора. Вот и посчитайте, в кругленькую сумму обойдется. 1005. Да больше, наверное, 1007-8 обойдется за ночь. И не беру сейчас. Или это солнце так, Андрюш, это солнце тучи закрыто. Или движется? Наверное, да. Завтра нет, наверное, а послезавтра спартаковский тут быстро атакуют, все эти будут сидеть. Ну, если смотря сколько народу приедет. Ты говоришь, они еще пока тебе. Ну кто-то ездит еще все равно. Ну наши горы. Официально бойкот, а может кто-то под бойкот едет, не идет, а. Тут же дело такое, сейчас может эти бойкоты тянуться 10 лет, ты уже по футболом интересоваться не будешь. Ну. Состоится. Ну-ка. Ну, может быть, они не пойдут, а в барах где-то будут зависать. По идее.